Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас жареная картошечка с шашлычком и пицца. Жена настряпала мини-пицца. Давайте начнем. Всем приятного аппетита. Я сегодня ужасно голодный. И в наличии у нас вот такие огурчики будем дегустировать. Но это чуть позже. Давайте начнем с картошечки. Добавим немножечко майонеза, чтобы было поинтересней, скажем так. Люблю эти приятные звуки. Пиццулечка. Ну, уже подостыло, конечно. Как у нас сегодня все красочно. Ну, давайте теперь попробуем огурчики. Ну, я заранее банку вскрыл. Самый большой. Колбаска. Ну, давайте. Вилочку уберем. Шашлычок у нас свиная поясничка. Немножко сала оставил. Пицца у нас самая обычная, самая стандартная. Колбаска копченая, два вида. Помидорчики, сыр какой-то, не помню. Ну, короче, какой-то, ламберт, вы поняли меня.
Вот сыр, помидорки, два вида колбасок. Ну и все. Ну, как готовила жена, я не смотрел. Я знаю, у нее всегда вкусно. Да. Огурцы вообще бомба, ребята. Давайте посмотрим, что там присутствует. Вам буду показывать крупным планом. Чесночок, укропчик. Видите, сверху плавает черный перец горошком. На дне горчица, семена. Сейчас покажу. Вот, видно, да? И самое главное, не мутные. Вот это меня радует. Ну, давайте разговоры разговорами. Кушать надо. Не будем тянуть время. Все забываю. Надо купить деревянную ложку. А то у меня микрофон включенный. Но некоторые подписчики жалуются, что вот этот звук неприятный скрежет по тарелке. Дорогие друзья, я все куплю. Все сделаем, чтобы было вам приятно смотреть и слушать. Такая вкуснота, ребята. Даже невозможно разговаривать. Это очень вкусно. Даже убрать вот это все. Пиццу, шашлычок и оставить картошечку и соленые огурчики. Это уже топчик. Надо протолкнуть. Якши. О, с похмелья вообще волшебный сиропчик. Проверено, ребята.
Блин, что-то много я положил шашечка. Ну ладно, кусанем. Надо протолкнуть. Прям срочно протолкнуть. Ну, ребятки, мои хорошие, на этом мы остановимся. Безумно все вкусно. Но мы уже наелись все. Спасибо всем за просмотр. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Давайте, всем пока, дорогие друзья.